Коротенькое видео Honda Motocompo 1981 год, 49 cc, двухтактный мотор. В общем, она выпускалась всего 3 года, с 81 по 90, то есть с 81 по 83 года. Вот что у нее есть. Все, поворотники есть, датчик топлива есть, светлячок, насос есть. Вот, да, сигнал, да, габариты, ближний-дальний, я так понял, да, спидометр, все, и вот складной, все, руль туда складывает, сиденье туда падает, подножки сюда упаковываются, и он весит 45 кг, по-моему, да, вот, получается такой чемоданчик, шел с Turbo Honda City 2, или как-то, Honda City Turbo, здесь даже датчики есть безопасности, если сиденье вот за это кнопку нажимаешь, он туда уходит, смотрит, и там датчик вот этот вот, тут отсюда нажимается, да, тут мотор волк, то есть не заведешь, да. Ну, запустим, ключ у меня есть. Ключ забыл. Еще раз, да? Хотя тут написали 82-го, у нас 3 штуки, один украли красный, прямо вот из этого тента выкатили, хер знает, как они, ворота были закрыты, свои что ли кто-то украл, такой номер у него, можно закрыть ключ на этот, на противогонку.